Новинка в магазине «Ваш сад». Многим из нас по душе хвойные леса. Сосновый бор, ельник, кипарисовая роща, заросли можжевельника дарят ни с чем не сравнимое ощущение тихой радости и покоя. А не мелькает ли в вашей голове время от времени мысль о том, чтобы завести такое растение дома? Оказывается, это возможно. Вас выручит растение аденантас, родом из жаркой Австралии. Своим внешним видом диковинная заморская культура и вправду напоминает пушистую молодую елочку или сосенку. Ствол растения покрыт ворсинками, а листья визуально схожи с хвоей и также имеют пушок у юных особей. Отличительное свойство аденантаса – это способность к цветению. Репродуктивные органы в виде одиночных, среднего размера и темно-красного оттенка цветков появляются на экзотическом кустике независимо от времени года. Дикие представители рода аденантас достигают высоту 2,5 метра, комнатные виды не дотягиваются и до 1,5 метра.